В Кызылординской области родители самолечением чуть было не погубили 8-летнюю дочку. В семье пытались вывести у ребенка в шею, но после домашних процедур школьница с признаками тяжелого отравления попала в реанимацию детской больницы. Как оказалось, избавиться от паразитов родители пытались с помощью средства для уничтожения клещей. И это не первый случай. С аналогичным отравлением в больнице города уже поступили 12 детей от 1 до 8 лет. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано 170 подобных случаев. Последний чуть было не стоило ребенку жизни. Большинство родителей не обращаются за медицинской помощью, пытаются лечить детей самостоятельно в домашних условиях, используя при этом различные средства. Есть специальная методика и масса медицинских препаратов, которые назначаются врачом с учетом возраста, веса и других показателей ребенка. Самолечение в данном случае неприемлемо и может привести к печальным последствиям.